Я не сказки рассказываю. В 1939 году, как только началась Вторая мировая война, правительство Соединенных Штатов Америки, то есть, да, восхитительная система США, восхитительная система демократии, построили свой Авраам Линкольн, Джефферсон. Вот. Они в первую очередь приказали людям сдать все золото. И американские граждане получили право владеть золотом только в 1974 году. За хранение золота, слитков или инвестиционных золотых монет длинное тюремное заключение. Все. Как только экономический кризис наступает, поэтому золото, серебро, то, ну, нигде не сохранишь. Есть вариант криптовалюты. Вот здесь, да, абсолютно. Кто бы там ни говорил, а сейчас отменят, отнимут. Криптовалюту отнять нельзя, конфисковать нельзя, даже по решению суда. Вот это единственная, пожалуй, ну, одна из самых главных причин, что люди, все большее количество людей приходит на рынок криптовалют, покупает биткоины, эфиры. Я не говорю, что это мем-коины, собака-коины, кошка-коины. Нет, это все. Говно-коинов полно. Покупает, если создает спрос, я же говорю, эфир. Мы начали покупать по 7, по 10 долларов. Да мы и по 300, по 400, по 1500 покупали. Ничего страшного. Ну, каждый 1000 долларов примерно превратится в 200-300 тысяч долларов.